Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Дурка — это про зрителя в чате. Как я могу нашего Арса дуркой назвать? Лучшего БГ-плеера всей Руси еще песенка. Видали, как я опрувой подписался сам себе? Видел тебя вчера в городе. Ты так шел, шатаясь по тротуару с банкой пива. Как можешь это оправдать? Я бывает же такое, идешь, а в игру играешь, то есть там асфальт, допустим, как-то уложен, и там надо по квадратикам идти, либо там, ну, по линии надо идти, чтобы не этот, не заходить за линию. Как скучно, вот идешь по улице и сам начинаешь сам с собой играть такие штуки. Ура, Дем, все дела закончились, смотрю мимо стримера, гадэмит, с одной это даже мне не тегает. Кто такой гадэмит с одной? Что за любимый стример такой? Не понял, у меня броню забрали? 4! Ты меня в крысу там втащил, что ли? Дали глазки, да плевать. Взял мне в крысу, точнее, вы прикиньте. Так, сейчас по трекам ставлю. А, промо сейчас. Твой трек, а потом Голос Волс трек. Твой трек пойдет. Так дорого или недорого? Так дорого или недорого, не пойму. И был бы Цезарь, конечно, было бы круто, да? Так пробуем. Слава тоже нормально, если что. Сейчас не круто, конечно.
Тун-т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 ун. Я могу так сделать. Надорвал. Так, ребят. Что думаете? Если сейчас сделаю ролл с продажей дирижера, дадут ли мне спелл, который я смогу еще на стол что-то там поставить? А я смогу. Я смогу. Fuck, я смог. Как я и планировал. За еще кодовать. Но мне еще ни хрень точно не нужен. Я на следующий раз сделаю, тоже спелл заберу. Ауч, ну это самая плохая тычка, ну ударь куда-то направо. Центр направо. Ладно, пофиг, все равно левел даун. Или нет? Или не иду? Так, сейчас думаем тогда. Голос волос в трек. Омагад. Я дракон? А ты не дракон. А ты отлично выполняешь команды. Этот пёс покажет, кто тут босс. Оп. Блин, трубадур. Не, я буду продавать тебе. Сколько монет дашь, столько дашь. Че значит здорово. Та? Трек на раскрутку. Та. 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 Блин, я не знаю, стоит ли такой баф делать, либо пусть они бафы друг друга. Да, это, ну, в смайлике он тебе, кстати, смайлик, и тебе в чате, в принципе, его показывают сразу же. То, что на ней можно просто открыть чатик и сразу видеть. А если не видишь, то, скорее всего, тебе надо 7T подключить. Блин, ну, а, ладно. Чуть теряем статы, ничего страшного.
Ну, же по всему стоят, я тоже думаю, пусть друг друга забавно 3-3. У меня просто здесь теряет 3-3. А здесь вроде как может быть поважнее, но... Пусть быть так. Что почитать надо? 7TV, 7TV, ребят, 7TV. Вот так вот называется. Да, вы все смайлики будете видеть, которые сейчас в чате пишут или будут писать. Кто соси? Пам-пам-пам. 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 Это, да, это Наруто. Вроде, или не первое, или еще такое. Где-то с очень ранних, короче. Так, ну давай, усиление. Усиление, усиление, давай. Эта штука надо была, билка, давай. Усиление. Я не знаю. Я могу так поставить 100%, что позолотится, но я все теряю. Я отсюда теряю, отсюда теряю. Я везде все теряю. Я не хочу что-то терять. И что, или пофиг? Главное золчение. Это золото, ну да, ну блин. Ну, я буду очень грустный, если на самом деле. Это, ну, типа, если эта штука его бы именно позолотила, если его в конце поставил. Так что я делаю жертвы. А-а-а, пошел ты в жопу! А Випи! Спасибо за вашу подписку. Это может быть лучше, подождите. Ну, типа, нафига мне вот такое вот, если у меня такое вот может быть теперь. Там Ириндераса мне нужно будет. С другой стороны, мне нужны эти бабла, да? Лучше, ну да, он лучше, но... Да, я тоже, типа, бабла еще лучше. Ладно, окей, заберем. Не золотилки, балл поставишь вроде норм. Ну да, можно бы так пробовать. Ну для начала надо позолотить это все. Альненок, не Альненок, я же говорил, там этот, игра в 8. Или как так? Салам из Германии. Будешь смотреть Евро. Это футбол, да? Не, я по футболу, если честно, небольшой фанат, поэтому... Хз. Единственное, я, типа, могу что-то посмотреть, последить, если только сам ставки ставлю, короче. Единственное, только тогда интересно что-то. Так, я не слежу. Ну, здорово, Германия, получается. Эй. Лудик, ну, типа, интересно же, на что когда ставишь. Оп, 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 оп. А-а-а.
Ну не, давайте получше. Очень много драконов. Короче, есть вариант продать, поставить тебя на стол, позолотить сейчас раза два дракона вместо тебя, забрать его на случай, если проиграем, на следующий поэта еще одного забрать и его тоже золотить пытаться. Ну, вариант нравится, ну поехали. Лучше нового поэта. Я вообще не понимаю, каким образом тут можно было ничего сыграть, это если... Ты бафы летели бы только в одну карту? Эй. Ладно, очень круто. Очень не круто. Дим на 4. Наверное, не. Вонючка. Ну чего и как? Броня есть, броня неплохо. Я все еще должен золотить, ребята, все еще не могу. И так не получается. Я бабл скипнул. Ё-моё. Не видел, ребят, скажу честно, не видел. У меня фильтр на этот бабл. Как нужно ставить? Ну, пофиг, да? Проскипал, ребят, я говорю, я не видел. Если проскипал, ну, как бы надо было не скипать. Надо было не скипать. Хотя бы тоже, на самом деле, тяжело вместить. Бабл ставить вместо тебя, да только. О. Я его не могу поставить. Что, уже чуешь победу? Слабый. Как будто ревендер, кстати, даже не нужен здесь. Вообще удивляешься, даже не пошел этот... Даже не попытался найти проходчика. Снова драконы, 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 драконы. Ту-т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 у. Ладно, ты хорош. Заберу. Я думаю, его продам, просто его поставлю и все, так будет посидеть.
не мяч, но я заберу. Хорошо, ладно, пофиг. Смотрим. Наказывай меня, если сможешь. Тебе 3 пэта хватает? Кто сказал, что мне хватает? Не взял бабл, потому что понял, что мои карты и так будут в баблах. Так поставить. Правильно сделал. Ну, я то же самое думал сделать. Чтобы атаку подрезать. Крылышки подрезать. Засранца еще больше бабла. За Фрикса, Ванишкинса. Это пока что. Обилка будет решающая. Обилка будет то, за счет чего мы всех выиграем. Это оно, ребята, это оно. Ла-л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 а. Пам. Эй. Заберу. Хэллоу. Кто ми? Кто мне это не ответил? Мы гули будем брать вообще когда-либо? Как будто я не хочу. Я на нее слот трачу. От этого не стоит. Короче, мне надо найти новую обилку. Обилку мне надо. Обилку. Я понял. Еще один. Не, ладно, подожди. Все, посмеялись, хватит. Стоп. Ты просто зверь. Фак, может надо было ставить? Что-то какой-то жесткий такер. Ну проходишь сразу, кстати, не выход. Ноу. Ладно. Я на фритычке. На GG. Без бабл-флус. Ну, баблы нужны. Ну, я у меня, типа, есть бабл на самом-то деле. Нет бабла только на самом драконе. Вот это вот. Он тоже юз здесь был. Учитывая, что мы против дракона встались. Ну, если что, поэта на стол просто не хватало. Нам было что-то еще. Возможно, ему надо было продать еще одну шпейн поставить. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.